И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Диман Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас называется «Смерть во сне», Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Карта у нас очень красивая и очень страшная, надеюсь. Диман, очень, ну что, как очень. Всегда, будем изучать, смотреть эти трупейшины. Подожди, эта девушка замерзла. Чувака уронил. Там чувак на столе лежал, я его уронил. Подожди. А, Димон, надо опять сюда, наверное, собирать и что-то ставить, да, 4 штучки? Да. Все, погнали, старая схема. Разработчик тот же, геймплей тот же. Доски не ломаются. Угу. Так, здесь у нас, ну, типа, столовка. Так, знаешь, как переводится Curiosity Kills? Знаешь, как переводит? Димка! Тебя что-то не убило, что ли? Там надо пароль вводить. Пойдем. Ломать карты я люблю. Так, прачечная. А вы, ребята, любите ломать карты? Тут полтуловища меня разрубало какой-то штукой. Ты видел? Видел. Это как это, в Half-Life есть такая штука против зомбаков. Тот не работает. Смотри, что там. Это ты открыл? Нет, там было все открыто. А, это, наверное, так запланировано. У тебя будет скример, смотри, Димон, по любасу. О! Ой, опа-на. Сейчас будет наполняться водой. Сейчас, походу, что-то... Ай. Нет! Мы сейчас 7 раз помрем все. Не-не-не, все нормально. Кислота, а что ли, делать? Или что? Что нам делать? Сейчас она сойдет, и мы вернемся, затопит. Смотри. Спрыгивай, блин, она упала. Нет, Димон! Я еще поживу здесь как. Ого, так тут получается полкомнаты заполнено. Смотрите, мой труп плавает. Ага, вижу. Прикольно, кстати, он у тебя плавает. Я полежу, мне хорошо, тепло. О, ты обратно, Дима, спускаешься. Да-да-да. А, блин, я хотел... Так, я иду. Потаскать, короче. Так, вот двери закрыты здесь, я вижу. Так, я надеюсь, меня откроют потом. Так, следующая дверь закрыта, ждем, пока скрипт сработает. Все, Диман, я тебя вижу. О, открыла меня. Блин, это, конечно, печально. Что, о, тебя... сама открылась. Так, так, давайте из скримака. Мы за... Что я тебя вижу? Че? Классно сказал. Вот, чуваки отсюда наблюдали за нами. Как... Так, и что тут надо нажимать? Давай будем жмякать все кнопки подряд. Жмякай. Давай вернемся все-таки назад. Давай. Сейчас, Димона, посмотрим, может здесь какие-то нычки есть? Ой. Почему, когда я все время хочу приблизить, у меня ногой чувак этот бьет? Какой-то странный. Вот всегда такое. Драться любит. Да. Как тебя диппер. Подраться ли хочет. Ах ты, блин! Блин. Молодец, разработчик, неожиданно такое. Я немножко испугался. Я аж вспотел. Так и куда? Мы что, растерялись вдвоем? Мы ничего не нашли. Тетка, давай. Она что, спит? Давай. Может, это, Димас, ее куда поставим? Зачем ты? Она лежит себе. Вот, ее можешь поставить, сидеть. Посади ее. О, пусть сидит. Не. Может, ее с ноги выбить? Да, с ноги. Там, кстати, тоже дверь с шифрами. Да ладно, пойдем еще последуем. Давай, пошли. Во, например, вот здесь вот. Умрешь. Сразу же хорошая надпись. Угу. Нас встречает. Доброжелательная самая. Здесь. О, длинный коридор. Смотри, сейчас этот разработчик или кто-то будет стоять, или будет на нас бежать. О, я же сказал! Я уже выучил этого разработчика. Давай, Димон, с первой двери начнем. А ну давай по порядочку, чтобы не запутаться. Во, челик стоит и что-то нам машет. Он еще дергается, типа живой. Ну, короче, это... Во! Закрыто. Какие-то тут веселья, я веселюсь. Да это вообще какие-то надписи странные. Так, следующая, Димон, дверь. Голодные. Хотим стул. Есть. Вы хотите кушать? Кушать хотите? Кушать? Иди, Димон, садись на стул. А, бьет током, да? А здесь нет. Понял, я видел электричество. На тебе. Следующая дверь. Чувак, Димон, в углу сидит, иди подходи. Не смотри, не, тут написано, не... Это... Короче, не надо к нему подходить. Не, подходи ты, иди. Иди, иди, секунд. Не, давай. Ладно, ах ты говно. Он нас двоих убил. Димон, ты нечестно играл. Ты пизга на меня поди, ну жопа.
Ой, и чё, и как нам выйти? А так просто ломаешь и идёшь. А, понял. Блин, не по-честно, а чё меня-то он убил? А кому ещё ты нужен? А вот именно, никому. О, доски. Он голодный тут написано. Ой, не хотел. Написано, что он голодный, давай, иди. Сейчас будет опять кто-то на нас бежать, смотри, сейчас Диман. Опять какие-то голодные на нас нападут. Три, никого не два, кормят. Один, беги. О, угадал! Прям по таймингу, ничего себе. Не-не-не, я, короче, от него убегаю, Димас. Нафиг такой нужен вообще? Димас, тут, короче, карта поменялась. А, ну ладно, давай, пойдем. Не боишься? Боюсь. Ой, давай нажимай кнопку, я тут постою. Иди. Сейчас, подожди, я включу ночной режим, потому что очень темно. Вот там кнопка, нажимай. Блин, эта штука выехала меня. Тебя тоже разрубала? А меня-то за что убило? За что? Потому что ты меня опять подписал на смерть. Я тебе просто... Блин, я прям, походу, за меня дверью просто прищемило и все. Волки воют. Так. А, там эта штука с бензопилой. Это что такое, босс? Босс. Босс. Пойдем. Не убьет нас? Не убьет. Не, она уже добрая теперь. Так а что нам тут делать и все? Закрылась дверь! А, это я. А, мы должны были выживать, типа, с этой штуковиной здесь. Ну и все, мы уже выжили, отвалите от нас. Да вот блин, я уже выживал тут, я выживальщик. Погнали обратно сюда? Наверх. Нет. Так, не мы сюда. Вот здесь не были еще. Вот где стульчик с куклой. Ой, наверное, ее брать не стоило, да, Димас? Не знаю. Диман, прощай. Я вызвал каких-то демонов. Там, может, положу обратно, и все нормально будет. Тебя будут коробки раздавливать, и потом тебя смотреть. Все, все. А, за что? О, так ты был еще низко. За что? Не смотрели. Вот, еще. Давай, центральную дверь. Во. А, ну тут мы были. Нет, мы здесь не были. Не были. Ты какие-то устройства. Либо на все жмякаю подряд. О, дверь закрылась, смотри. А если я туда пойду, давай посмотрим. Давай, нажимаю. Блин. Ага, с тебя дырки сделали, друшлаг. Меня какашку какую-то превратили, фарш. Так, иду к тебе, фарш, так. Ой, что это нажал? Получается, это штуки просто убивают, да? Угу, лаборатория смерти. О, хочешь еще в лабораторию смерти зайти? Так, мы какой-то запустили механизм, пойдем. Возвращаемся. Так, здесь мы были, Во, подвал появился. Так, а где ты? Это не подвал, это чувак какой-то упал, я смотри. Угу. Не, мне кажется, что это не подвал. Я так не думаю, что это подвал. Так, ребята, мы, короче, тупые немножко, поэтому так сделаем. Это же Гаррис Мод. Ну, тут я тоже туповат, поэтому пойдем. Будешь заново устанавливать двери. А, что такое? Это ты ломаешь. Мне кажется, тут опять стены будут сжиматься. Давайте там что-нибудь понаклацаем. Не, не будут. Давай поклацай там что-нибудь. Так вот дверь, все, и ничего дальше нету. А, не, есть, Димон, тут челик черный стоит. Давай, ты пэхайся. А, туда... О, чувак. Смотри, он на меня смотрит. Давай я тоже на него посмотрю. Где? О, блин, вот это жест. Чувак, спасай нас. Все, замочили. Хэдкраб какой-то прозрачный. Идем дальше, Диман. Хэдкрабы жрут меня. Фух, еле убил, вообще дикий. Как... Идем, он отсюда выпрыгнул. А вот этого, что с ним будем делать, вот с этим? Не чувак, знаю, подойди к нему. Чувак, можно подойти? Он уже нас пропустить может, не? На тебе пинка. Прыгай в воду, Димас. Не. Ладно, я сам прыгну. А, нет. Карта генерируется, это круто. Там вообще... Тут что-то переделано за стеной, я видел. Иди. Давай я пойду. Ах ты, головка! Я, Димас, видел этот скример. Ого, он... Фу, у меня шейд дернулась что-то. Вот разработчик, молодец. Ловушка! Где? Не нажимай. Пусто. А если пройти все-таки по ней? А ну пройди, Димон, я посмотрю. Да, это обманка.
Хорошо. Так. Манка. О, нам вот здесь не были. Сейчас. Ребята, тут такие лабиринты сложные. И карта генерируется. Ага. Ой, вон там что-то зеленое светится. А, это та дверь, которая не открывалась, когда мы проходили. Мешок. Опа. А, да блин, почему он так трясет? О, нормально. Нам осталось еще две штуки таких найти. Вот еще одна. Вот, да-да-да, Димас, вот ты тоже молодец сегодня. Все, последняя, сейчас и... где-то на видном месте за бочками стоит, говорю тебе, или где-то за ящиками. Не-не-не, надо вот в эту дверь зайти, я так думаю. Что-то торти... тортовай... рум... Lesson of урок life. Смерти. Урок... Ах ты, мужик, ты чё мне тут стоишь, пугаешь, блин, урок а? Жизни и смерти, урок жизни и смерти. А, вот, решетка, Дима, нашел. Нашел еще одну, все, неси да. Давай. Ребят, мы все, мы справились. Это, кстати, часть карты быстро прошлась. Ну, вот этот кусочек я имею. Давай, Димас, вставляй, и сейчас посмотрим, что произойдет. Ух ты! Что там, что там? Нажимаю. Работает все? Не знаю. Все, пойдем тогда обратно. Ну, такой звук был, как будто что-то поломалось. Вот, дверь открылась, вот она. Отлично. О! The end. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.